Прости, что опоздала. Ничего, я вот на солнце греюсь. Ты хотел сказать мне что-то важное? Только надеюсь не про то, что Крис зовет меня вступить в свой отряд. Я уже 100 раз сказала ему, чтоб он отстал. Я вижу, как он гоняет тебя и остальных охотничьих псов. Нет, спасибо. Речь не об этом. Вообще, речь о тебе. Да? Я волнуюсь за тебя. Как дела в школе? Серьезно? Ты хотел поговорить со мной об этом? Девочки тебя до сих пор обижают? В смысле, считают меня чудовищем? Эй, хватит. Послушай, ты не чудовище. Чудовище. Ты сам знаешь. Поэтому я ни с кем не общаюсь в школе. Если они узнают, кто я... Ага. То есть тебе не с кем даже поговорить? Поговорить? О чем же? О том, что я не человек? Что я какое-то кошмарное существо? Нет, так лучше. Если нет друзей, то я их не убью. Ты бы избавилась от способностей, будь у тебя такой шанс. Я бы не думала ни секунды. Что ж, ладно. Тогда я кое-что покажу тебе. Кое-что ты уже знаешь. О том, что Миранда помешалась на мутами цели и ставила эксперименты на живых людях. Вроде меня. Именно. Но ты не знаешь, что мы недавно нашли кое-какие данные ее опытов. Оказалось, она изобрела очищающий кристалл, удаляющий мутамицелли из тела. Очищающий кристалл? Если мы найдем такую штуку, то сможем ослабить или вообще отнять твои способности. Ты прикалываешься? Нет. Нет, но это лишь часть ее записей. Однако, кажется, я догадываюсь, где раздобыть недостающие данные. Круто. Давай искать. Где они? Здесь. Что? Это часть мегамицели. Он поглощает и хранит воспоминания тех, кто умер рядом с ним, включая Миранду и все, что она знала. Войди в его сознание, и ты, возможно, раскроешь загадку очищающего кристалла. Стой, в смысле, войди в его сознание? Ну, в общем, ты связана с ним. Это позволит тебе получить доступ к его знаниям. Это безумие. Так не может быть. Да, 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 Роза, но это не опасно. Представь себе, что ты типа гуляешь по чьим-то воспоминаниям. Думаешь, это сработает? Я предлагаю попробовать. Хуже не будет. Что я должна сделать? Ты... Блин, я не знаю. Может, настроиться на него? Вдруг получится. Ну, ладно. Ладно. Попробую. Скажи ведь. Ага. Ей будто постоянно что-то мерещится. Крипово. Не подходи к нам, да. Чудовище! Кинка, кому вообще с ней дружить? У нее на руке что-то шевелится. Меня сейчас тошнит. Заткнитесь. Не подходи к нам, чудовище. Чудовище. Ты хоть понимаешь, сколько силы в этом ребенке? Что-то шевелится. Я еще здесь? Ай, пес! Пес? Ты где? Пес! Стоп. Что-то не так.
Какая гадость! Что это? Выпусти меня. Тут кто-то есть? Здесь опасно. Что? Почему? Держись, я попробую поискать ключ. Мое имя. Что это? Ты вообще? Я Роза. Что тут происходит? Надо уходить. Да подожди. Здесь слишком опасно. Стой! Подожди! Идешь?
какого хера? Их тут много. И все выглядят как я. Ты знаешь, что тут происходит? Нет ручки? Надо открыть ворота. Что? Кто? Кто ты вообще? Ладно.
что там были за твари? Что здесь происходит? Как? Что это? Где я? Сначала мне нужно избавиться от этой мерзости. Здесь есть кристалл, убивающий плесень. Я должна найти его. Пока не найду, не уйду отсюда. Кто ты? Мой ангел-хранитель? А может, у тебя есть имя? Раз ты ангел, наверное, Гавриил, Михаил. Ладно. Майкл. И что теперь? Бедняжки. Еще одну поймали. Видишь, какая бойкая. Лучше бы так бойко убегала. Тогда наша охота получилась бы гораздо более будоражащей. Отпусти! Отпусти! Остается лишь пожалеть, что нам попался столь хиленький зайчок. Какая жалость! Если бы тебе все же удалось сбежать, то смогла бы взять этот очищающий кристалл. Кристалл? Кто это? Можно начинать охоту на нового зайчонка. Посмотрим, быстро ли она бегает. Найти ее! Привести ко мне! Пистолет. Что? Вот так? Ты
Интересно, где мне теперь найти нового зайчика? Он ушел. Видимо, это кристалл. Надо найти эти маски, чтобы открыть ее. Хочешь помочь, защити меня от этих тварей. Что? Мне отбиваться самой? Класс. Ядро? Ты про эту противную массу? Как же мне ее разбить? Мою силу? Я вообще-то хотела избавиться от нее. Ладно, пофиг. Но как? Что мне надо сделать? Что это? Я здесь не пойду. Поищу способ как-нибудь перебраться.
что мне делать с этой штуковиной? Сила? Ладно. Во мне что-то меняется. Посмотрим. Может, сработает.